Привет! Выбирая кондиционер для своего дома, очень тяжело не запутаться в огромном количестве моделей и разнообразных функций. Найти простой в эксплуатации, а главное доступный кондиционер, которым будет приятно пользоваться. Именно поэтому я хочу помочь вам и рассказать о сплит-системе Electrolux серии Slide. Сплит-система Electrolux серии Slide может регулировать движение воздуха в четырех направлениях. И изменить направление вы можете с помощью пульта дистанционного управления. Все основные кнопки пульта выведены на главную панель, а дополнительные настройки спрятаны за специальной крышкой для удобства пользования. Сплит-система Electrolux серии Slide будет стабильно охлаждать воздух в вашем доме при температуре наружного воздуха до плюс 43 градусов. Но плюс ко всему, в межсезонье, когда уже похолодало, а батареи еще не работают, сплит-система может работать как обогреватель при температуре наружного воздуха до минус 10 градусов. Важно знать, что при работе сплит-системы при отрицательной температуре воздуха на улице на внешнем блоке образовывается конденсат, превращающийся в лед, который может помешать работе сплит-системы или вовсе вывести ее из строя. Сплит-система Electrolux серии Slide имеет функцию автоматической разморозки, которая препятствует образованию льда на внешнем блоке. А функция автоочистки помогает избавиться от влаги во внутреннем блоке перед каждым полным отключением, предотвращая появление неприятного запаха и плесени. Инверторная технология позволяет сплит-системе Electrolux серии Slide выгодно отличаться от обычного on-off кондиционера. При работе данной сплит-системы нет резких перепадов температуры, что сокращает риск простудных заболеваний, а расход электроэнергии будет экономичнее, чем у обычного on-off кондиционера. При всей своей мощности сплит-система Electrolux серии Slide остается очень тихой. Уровень шума при ее работе составляет всего 24 дБ. Это тише, чем наш с вами шепот. Вы можете спокойно оставлять сплит-систему работающей на всю ночь, и она никак не помешает вашему сну. Плюс ко всему, сплит-система Electrolux серии Slide имеет интеллектуальную опцию «Ночной режим». Нам гораздо приятнее засыпать в прохладе, а спать при более теплой температуре. Поэтому, включая ночной режим, вы выставляете температуру, при которой вам приятно засыпать, а во время сна температура будет на оптимальном для вас уровне. Сплит-система Electrolux серии Slide представлена в трех моделях различной мощности, чтобы вам было легче подобрать сплит-систему именно под свою площадь помещения, в которой вам будет приятно отдыхать, наслаждаясь идеальным климатом.